В связи с климатическими условиями региона в целях предупреждения и предотвращения несчастных случаев на воде профилактические работы ведутся активно с апреля месяца. О событиях в период купального сезона в городе Шымкент расскажем в сюжете. 24 июля текущего года в 19:30 часов в управлении кризисных ситуаций департамента поступило сообщение. В фонтане, расположенном по проспекту Назарбаева, Каратауский район города Шымкент, без присмотра родителей купался мальчик 2013 года рождения, погиб на месте. В настоящее время департаментом полиции назначена судебная медицинская экспертиза. Всего на территории города 32 фонтана, из них 25 работают. Фонтаны, расположенные на территории города, находятся в собственности Управления развития комфортной среды города Шымкент. На территории города установлено 5 официальных мест для массового отдыха на воде, туризма и спорта, из которых 3 разрешены к купанию. В целях предотвращения несчастных случаев в местах, где купание не разрешено, установлено 13 запрещенных мест, и на этих местах установлены таблички с запрещенным купанием. Кроме того, на территории города работают 18 бассейнов и аквапарков. Купальный сезон. Районными акиматами на 2023 год заключено 13 меморандумов по бесплатному обучению плаванию детей из социально уязвимых семей в местах купания. Проведена инструктаж более чем 1200 детьми. Проведена предварительная разъяснительная работа по безопасности на воде. В 151 школе управления образования размещены стенды о правилах безопасности на воде. Через социальные сети WhatsApp проводится агитационная работа в группах родителей школ и детских садов с помощью памяток и видеороликов. С апреля проведено 160 рейдовых мероприятий по сохранению безопасности на воде. Работа в этом направлении ведется в усиленном режиме ежедневно, в выходные и праздничные дни. В случае нарушения правил общего водопользования несет ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. В результате департамента по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях 11 лицам наложен штраф на сумму 132 825 тенге. А департамента полиции по статье 363 даны предупреждения 12 лицам. По статье 440 4 лицам наложен штраф на сумму 37 700 тенге. Будет продолжена работа по обеспечению безопасного прохождения купального сезона на территории города. Ажнарапова, Алмазанабекова, новости.